Я не знаю, что там. Для работы с отходами, которые у нас на кухне. У нас появится возможность работать с накопленными отходами, прежде всего от военной деятельности, за счет этого бизнеса. Если бы сегодня Аэрофлоту предложили возить только нищих и запретили возить людей, которые за билеты могут платить, сколько бы лет Аэрофлот просуществовал? Вот примерно такая же ситуация и здесь. Давайте возить всех. И чем больше будет людей богатых в самолетах, тем больше будет возможность для студентов обеспечивать возможность бесплатного проезда во время каникул. На всякий случай обязательно. Это вы все держите в себе. Да. Дополнительный пункт постановления, то, что Виктор Ильич Жорканцев носил. То, что произошло сейчас в Государственной Думе, можно расценивать не просто как ошибку, а в некотором смысле как преступление. Государственная Дума дала добро на ввоз радиоактивных отходов и при этом не предусмотрела практически никаких механизмов контроля. The next step is to give to the deputies all the information about the commercial activity of Minister of Nuclear Energy and personally Mr. Adamov, who was involved in a set of different commercial deals with a very strange color. So we'll definitely do it and distribute all this information here. Maybe that will open eyes to the people here.